Кандидаты от АУИЛа побывали сегодня сразу в двух регионах, обсуждали с жителями развития культуры и хозяйства на селе. В Улатауской области встретились с представителями творческой интеллигенции. Партийцы рассказали им о предвыборной программе и отметили важность поддержки сельских домов культуры. Затем ауиловцы посетили завод по ремонту локомотивов в Павлодарской области. В производственном цехе собралось почти 100 сотрудников. Представители политобъединения ознакомились с условиями труда и выслушали предложения рабочих. А еще подняли вопросы продовольственной безопасности региона. Потенциал у нас в Казахстане большая потенциал. Просто здесь, еще раз говорю, как-то вложить, принять законы, которые должны быть поддерживать сельскую местность, поддерживать надо будет и крестьянское хозяйство, которые даже вот мелкие, там, средние, большие.